С Алексеем Серебряковым вы продолжаете общение или все-таки вот взгляды на жизнь, взгляды на Россию как-то вас развели? Я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Не было. Их не было. Несколько лет назад у него было интервью Дудю. Ну, Дудь — это понятный человек. И было высказывание по поводу власти российской. Это мнение Алексея, мнение его обоснованное, потому что связано с конкретным эпизодом его жизни. Мы с Лешей не то чтобы там друзья, мы уже как родственники. Знаем друг друга уже там почти больше 40 лет. У нас разные мнения на Россию, но это мне не мешает его уважать, уважать его талант и его человеческую позицию. Среди огромного количества брутальных российских артистов он и там еще человека 4 является настоящим мужчиной. В его семье были воспитаны и поставлены на ноги два приемных сына. Он достоин уважения. И он потрясающий гениальный артист.